Президент Чада умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере этой страны. 68-летний Идрис Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. Он серьезно пострадал в столкновениях и впоследствии скончался в больнице. Как пишет местная газета, после смерти президента в стране учредили переходный военный совет. Его возглавил сын Деби, Мохаммад. В скором времени должны обнародовать хартию переходного периода. В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения. Переходный период продлится 1,5 года. Действующие кабмин и парламент распустили. Военный совет пообещал провести новые выборы.